Так свое мнение по поводу досрочных выборов высказывают многие эксперты. По их словам, обновленный депутатский корпус как в центре, так и на местах будет сосредоточен на решении проблем, вызванных глобальным кризисом. Сегодня во всем мире происходят достаточно сложные экономические и политические ситуации. Это касается и ближайших соседей Казахстана. И каждое государство решает старается максимально эффективно решать эти проблемы, в том числе и Казахстан. Этот вопрос неоднократно обсуждался среди казахстанских экспертов. Первое, что сподвигнуло к этому, это, как я уже назвала, это давление внешних факторов. В первую очередь, мировой спад экономики. Второе, конечно же, это масштабная модернизация страны, которая требует концентрации усилий на реализации плана наций.